Приветик! Сейчас мы идем завтракать, как я и обещала. Я вам покажу ванную. Тут особо и показывать нечего, она очень маленькая. Много шампуней, гелей. Свет работает только вот этот вот, поэтому так темно. Значит, зубные пасты, щетки, гель для умывания, фен, дайзик, ну там все такое. Тут сушится с вчерашнего дня. Ну, туалет. Такая ванна. И это со вчера. Собственно, здесь показывать нечего. Да. Вот я уже в ресторане. Я себе взяла салатики разные. Блинчик обычный. Блинчик с творогом, джем. Разные булочки вкусненькие, компот и чаёк. В принципе, всё. Сейчас вот я пошла вот такой вот браслетик, такой же самый Ири. Сейчас на экскурсии вот. Ну, только что вот нам дали 15 минут сувенирное местечко. А раз мы там уже вчера были, мы просто, может быть, пойдем там посмотрим. Да нет, мы вот тут ходим, смотрим. Такие машинки, на них можно кататься. Все тут на улице делается. Особенно там вот вкуснятина. Вот музей восковых фигур. Я туда, возможно, скоро пойду. Что эта машина здесь делает? Сейчас я уже нахожусь в замке. Я вам забыла рассказать. Нахожусь сейчас в замке. Вот такой вот здесь вид. Скоро мы пойдем туда. Сейчас наш экскурсовод будет рассказывать. А сейчас мы пока гуляем, веснимся и отдыхаем. Потому что пока мы поднялись по мосту на гору. Это было жутко. Продолжение ждите. В этот вот. Вот эти. Слушайте, короче, в прошлый раз, когда мы сюда ездили, когда я не снимал, когда я еще не было у меня канала на YouTube. Ну, мы, короче, я залазила вот туда вот, на вот ту штучку. Потом залезла вот так вот, и вот там вот стояла, вот, в окошках. Там было красиво. Кстати, я тогда была вышла. Сейчас холодно. Да. Разве что у меня патриотичный флажочек. Мой браслет, который я вам А вот уже самка, идем обедать. А тут панда. Панда. Панда странная. Очень странная. Сейчас мы пойдем обедать. Потом еще куда-то пойдем. Добрый вечер, друзья мои. Сейчас мы... У нас мы заказали столик на 8:30 в кафе. Сейчас только 8, и мы решили прогуляться по городу, потому что находится этого кафе. По кварталам. А до этого валялись дома. Расслаблять. А после этого я, надеюсь, уговорю родителей. Но я хочу с ним пойти в караоке. Или в бассейн. Если он будет работать. Вы вчера ходили в бассейн? Ходили. А теперь я хочу пойти в караоке. Все. Идите в караоке. Я вам обещаю. Да. Если не будет, то... Спокойной ночи!